Стивеном Сигалом велись в начале этого года. Тогда предполагалось, что американская звезда в роли рекламного лица укрепит позиции знаменитой оружейной компании в США. На тот момент основном рынке сбыта продукции. Однако, как выяснилось, никаких предварительных соглашений и контрактов стороны так и не заключили. Новый бренд «Калашников» планируют запустить в ноябре. Представители концерна не исключают возможности привлечения нового рекламного лица, учитывая смещение рынков сбыта в сторону азиатских стран, Африки и Латинской Америки. При этом о конкретных претендентах речи пока не идет. Роспотребнадзор оштрафовал смоленский «Макдоналдс». Проверка показала. Стивеном Сигалом велись в начале этого года. Тогда предполагалось, что американская звезда в роли рекламного лица укрепит позиции знаменитой оружейной компании в США. На тот момент основном рынке сбыта продукции. Однако, как выяснилось, никаких предварительных соглашений и контрактов стороны так и не заключили. Новый бренд «Калашников» планируют запустить в ноябре. Представители концерна не исключают возможности привлечения нового рекламного лица, учитывая смещение рынков сбыта в сторону азиатских стран, Африки и Латинской Америки. При этом о конкретных претендентах речи пока не идет. Роспотребнадзор оштрафовал смоленский «Макдоналдс». Проверка показала.